Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Motorola H30 Neo. И сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Система», далее выбираем язык и вывод, нажимаем «Языки», нажимаем «Добавить язык» и ищем здесь «Русский». Находим, выбираем регион, после чего нам нужно перетащить русский язык вверх. И таким образом мы поменяли язык системы. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.